Упираются, рычат, волнуются. Собаки как дети. Разноукая хаски Джесси, успокоившись, разрешает уколоть себя в холку. Прививается каждый год. Чтоб собака бешеной не стала, людей не кусала, не бросалась. Бешенство прививает. Прививки комплексные и бесплатно от бешенства делает выездная бригада Пушкинской ветеринарной станции. В прошлом году рядом с нами, в садовых товариществах Софрино, от бешенства погибли двое животных. Случай бешенства был у лисы и у собаки. Бешенство – одно из самых опасных заболеваний для человека и животных, то есть это общее для них заболевание, зоантропоноз. Опасно оно тем, что оно не лечится, поэтому особое внимание нужно уделять, конечно, профилактике, то есть вакцинации. На улицах Ивантеевки сотрудники территориального ветеринарного управления номер 2 работают не первый год. В прошлом апреле откликнулось всего 56 владельцев животных. В этом году уже 228. Собак привили на 28 больше, чем кошек. Хотелось бы обратиться к владельцам животных. Пожалуйста, приходите ежегодно на вакцинации к нам на прививочные пункты или в любые ветеринарные учреждения, где эта процедура производится. Ветеринары обращают внимание, прививать нужно обязательно животных и старше 7 лет. Бешенство, чума плотоядных не имеют возраста. Акция традиционно проходит весной перед дачным сезоном. Едем на дачу, и там лес рядом, чтобы не было бешенства. Вот, она у нас пенсионерка, 13-й год прививаем. Ну, мы каждый год прививаемся, ну, чтобы не болели, чтобы не кусало, мало ли кого-то укусит. Так что мы всегда соблюдаем все. В следующий раз привить животных на улицах Ивантеевки можно будет 14 апреля.